Марина Арифуллина два раза в неделю приходит на утреннюю зарядку в клуб здоровья. В прошлом продавец и заведующая магазином, она привыкла жить активно, двигаться и общаться. Выйдя на пенсию, узнала о занятиях физкультурой, которые организует для людей серебряного возраста Самарский дворец ветеранов. Я очень вдохновился. Я всех своих знакомых говорю, не сидите дома. Ходите, увлекайтесь, здесь люди, просто даже для общения. Вот два раза в неделю, час занятий, для нас это такое вдохновение. Приходишь, хочется все что-то делать, куда-то еще дальше идти, бежать, а не просто вот дома сидеть. Клуб здоровья действует уже почти 20 лет. Лидия Александровна посещает его с самого начала. Женщине за 80, и она точно знает секрет хорошего самочувствия. Продолжать заниматься, не сдаваться, радоваться каждому дню. Процесс тренировки включает в себя разминку и основные упражнения. Тренер Тамара Прохорова подбирает их, исходя из возможностей своих подопечных. Начинают работать все мышцы. То есть каждое упражнение, оно несет определенную группу мышц. И я им объясняю, то есть, чтобы они делали упражнения осознанно, чтобы они не просто так махали, а прогнулись, повернулись направо, налево. Самые лучшие, конечно, ходьба. Они ходят, у них пешие прогулки, ну, они группами гуляют. Наряду со спортом люди серебряного возраста во Дворце ветеранов активно занимаются творчеством. Например, Татьяна и Евгений разучили самбу на известный мотив. Танцоры признаются, что уйдя на пенсию, наконец-то начали заниматься тем, что по-настоящему нравится. Наше творчество – это танцы. Почему танцы? Музыка? Движение. В нашем возрасте движение – это же очень важно. Гиподинамия нам не страшна. И самое главное – общение. Ну да, у нас коллектив вообще есть тоже. Мы в коллективе, у нас коллективные танцы есть, а у нас как бы сольный еще дуэт. Всего в Самарском дворце ветеранов организовано 20 различных направлений для творчества. Здесь поют, рисуют, организуют собственные выставки, участвуют в конкурсах и праздниках, даже вместе учатся. Все это бесплатно. В период пандемии организация перешла на новый режим работы, говорит директор дворца Ольга Баранова. По ее словам, многие пенсионеры активно осваивают интернет. Сегодня это особенно важно и для тех, кто не может посещать занятия по состоянию здоровья, но очень хочет быть на связи онлайн. Я бы сейчас и обратилась к молодым людям. Не у всех бабушки, дедушки имеют возможность выхода в интернет, в те же одноклассники. Помогите им, пожалуйста, найдите возможность, нашу группу в одноклассниках. Покажите, как это работает. Я уверяю вас, что они скажут вам большое спасибо, потому что человек должен быть. Вот мне очень не нравится психологический термин «возраст дожития». Он, пожилой человек не должен доживать, он должен жить. И жить активной, насыщенной, яркой жизнью. Пенсионеры могут получить здесь и юридическую помощь. Штатные специалисты проконсультируют по всем актуальным вопросам. Многие приходят в группы психологической поддержки, чтобы пообщаться, поделиться печалью и радостью. Признаются, Самарский дворец ветеранов для них – настоящее место силы, которое не дает стареть ни телом, ни душой. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.